Заводим машину. Уфис на пасы сипали. Жесть. Коста, снимай давай свою гелеку тоже. Жарко, очень жарко. Мы одели куртки из рукавки, думали холодно. А тут жара стоит, солнце светит. Вот такое вот. Солнце светит в правый глаз. Коша. Коша. Все. Мито кало. Аде, брось. Смотрит на Коста, просто сидит, она смотрит на него. Аде, вставай. Два часа две минуты, 22 градуса тепла. И мы едем. Едем, знаете, куда? Гулять. Вайс в интернете нашел дом. 80 тысяч. Пошу стремата. Удом до хилядыш. Не стремата. Хурафи. Ой, хурафи. И копиду. Одно дело участок под строительство, а другое дело участок под земляные работы. Под сад какой-то, например. Или под земляные работы. Садить что-то там такое. Для сельского хозяйства. Это совсем другая вещь. Так вот, в деревне одна стремата. Одна стремата, трианда трианда трия, петрианда трия, да не? Трианда ена, трианда. Капутошу. 31 или 33, вот так вот. 31,5 метра на 30 квадрат. Такой вот квадрат. Оно может быть длинное, сверху тут узкое. И прямоугольник, и треугольник, смотря сколько метров. Но там, когда мы едем смотреть, там дом... Пошу метра иксинда? Эхи, охи, механи. А то, что припина финт механи. Охи, охи, напернай там. Не, не, я в то, что мать шафишь, то механики, то иши... Ήταν κάποιος που μου μπουκάλια, έβαζα πάντα χέρια, λέει, τι κάνει αυτός. Φώναξε κάτι. Έχει προτεραιότητα, βέβαια. Ναι, 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 ναι. Видели, да, остановился там впереди мотоцикл проехал. Вайс говорит, что это, говорит, он остановился посреди дороги. Он не видел мотоцикл, потому что мотоцикл был закрыт машиной. О, вали, вот и фейс. Охи, с другим, с икид, бурум навалим, с другим. Тут и, та, и кипью, они, та, иду, навалишь, труфейс, канешь, фьяхнешь. Он говорит, здесь буду наливать бензин. Я говорю, там на дороге нальешь. Здесь, говорю, разворачиваться, поворачиваться тебе надо. Вот. Пошу тригуника метра ту спите и кину. Донда. И в Туминда пошу. Короче, где-то от 60 до 80 метров квадратных дом. Большой участок земли. И есть маленький сарайчик. Ну, сарайчик не такой, как у нас. Не думайте, что какие в России сарайчики, такие же здесь. Если мы найдем этот дом, который был по объявлению, он находится недалеко от наших участков, где у нас оливки. Мы уже там уже 10 лет ищем дом хороший, 9, с 2010-го. Мы ищем там, ну, не знаю, посмотрим. Вот, так что поехали с нами, если хотите. Еще посмотрим один дом на берегу моря. Он стоит тоже 80, кажется, тысяч, не знаю, посмотрим. Я вам потом приду и покажу эти, что там есть внутри. Этот дом полностью... с мебелью, салон, кухня, там камин, там кровати, там все продается, он вместе с мебелью продается. Ничего оттуда забирать не будут, ложки, вилки, даже все будет в этом доме в комплекте идти. Хозяин ничего не забирает, прям так продает. Участок весь обработанный, газон красивый, цветы, деревья, все посажено. Не знаю, почему продают, но вот продают за такую цену. Поехали с нами и посмотрите, если хотите. Мне пишут, люди побольше показывают таких домов на продажу. Но почему вам надо, я не знаю, потому что здесь очень дорого стоят дома. Вам легче купить в этом самом, в России, где-то там какую-то дачу за 50 тысяч хорошую, чем здесь дом за такие бабки. Ну, он находится 50 метров от моря, этот участок и этот дом. И другой тоже дом, помните, мы, помните, мы ездили купаться, там был пляж, там тоже продается дом. Раньше мы куда-то, мы ездили, Вайш ездил работать, а мы ездили купаться. И там тоже продается недалеко дом, тоже где-то примерно
недалеко от моря, тоже где-то примерно за 80 тысяч. Но там нету, как он называется, потом покажу, объясню. Я не знаю, как это объяснить вот вам, чтобы вы не видели. Ты? Ох. Короче, вон, смотрите. Магазин новогодних игрушек, украшений. Сегодня суббота и очень, так знаете, живненько, живненько на улице у нас. Зара. Зара, зара, зара. Зара. Вот. Зара. Зара. А я ты зараваю. Зара, зара, зара. Зара, зара. Зара, Данина. Бизби. Мне вот этот магазин нравится для молодых девчоночек. Очень классные вещи там продаются. Не знаю, Олег Жерома. Здесь кафетерия красивая. Зара. Зара легет и гримаца. Убирают новогоднюю. Смотрите, железяки. Ты дедра на фамигале. Железяки. Наш красивейший фонтан в этом году. Наверное, его украсть. Мы пошли на штулиженки, до того, в тату седриваники, на гин пьоморфо. Христу генатику. На. Людя. На какие-то демархивы, ура, и на столижаны. Короче, короче, девочки дело к ночи. И мальчики тоже. Ау. На. И здесь делают, да, да, да. И здесь тоже у города Дед Мороза делают. И мы едем. Смотрите, какие цветы. Прелесть. А какое небушко? Поделитесь. Поделайтесь, поделайтесь, проигите, проигите. Вон девочка в шортиках, видите, в каких. Это говорит о том, что жарко. Вы только успеваете со мной головой вертеть. Вправо-влево, прямо в машине, когда едете. Я тут то показываю, тут то показываю, тут то показываю. Девочки, мальчики. Этот поворачивает. А, да, да. Καμιά φορά θα περνούσε. Δεν είναι. Τσιωτσίτσικα. Όπα κι άλλος φορά σε αυτό. Και η μηχανή τον άφησε φυτός. Πάγιεχαλε. Είναι αυτός. Φυλαμένος είναι. Όπα, όπα, διέτα. Είναι μεγάλος είναι. Θα τον σκοτώσω και τον πληρώνω για καλό. Όπα, όπα, он вот так вот ехал, видели, да, кусочек деда вот этого вот. Он вот так вот ехал по дороге, Вася, затормозил. Я не успела вам заснять одну туристку, такую, знаете, поджарую такую. Она с такими вишчами. А. Стулиженная. Такая поджарая на велосипеде. Видимо, она откуда-то далека. У нее целая куча вокруг велосипеда облеплена вещей. Но не успела вам заснять. Только включила камеру Вайсу. По газам дал и не засняла. Ну, блин, пока проедем по городу, я вам только хочу все показать. И не успеваю. Не могу держать камеру постоянно, потому что... Потому что разноцветные игрушки наши общие друзья. Их обманывать нельзя. Дорогу вот эти камни падают и здесь чистят. Видите как? Потому что камни могут убить кого-нибудь. Вот видите, загружает, это все чистится. Все заканчивается. Здесь такое расстояние, очень близкая гора была, и вот ее чистили. Здесь, видите, стоят эти самые конусы, чтобы предупреждать, что здесь идут работы. Сейчас мы заправимся соляркой, чтобы машина наша покушала хорошо и повезла нас дальше. Дядька ехал сзади. И Вайс сбросил скорость с 80, с 90 до 30 резко. Потому что увидел вот эти вот конусы стоящие, а тот их не видел. И он хотел нас обогнать. И с левой стороны у него эти конусы, он как увидел их, дал по тормозам и сразу вправо ушел. Аристарон. Он тоже перепугался, думал этого самого. Что же мы-то затормозили? Думает, что он затормозил на Вайса. И думает, я его обгоню, на, я такой крутой. Бам, мужик. Так резко затормозил и сразу отдал вправо. Вот так вот. Нельзя обгонять тогда, когда ты не видишь, какие у тебя помехи слева. А греки, они иногда не понимают. Так вот.
мучатся как бешеные. А потом говорят, мы не видели, мы не знаем, мы ничего такого. Бензин, я не знаю, сколько стоит. Сейчас Ваня скажет, не бензин у нас этот самый Петрелю, солярка. Вот. И посмотрим, сколько стоит. Я не вижу. А, дизель один. Дизель не написано там. Вон, видите, там написано. Так, так вот. В году солярка для отопления дома. Вот она чуть-чуть отличается от той солярки, что заливает в машине. 1 евро 8 центов. Вот. Видели, да? В этом году дорого солярка для отопления. И звонишь по телефону, и вызываешь. И Дину секундит меня. И вызываешь, сколько заказываешь? 1 тонну, 500, там 200, 300, кому сколько надо. Платишь, тебе привозят домой, заливают тебе в этот самый, в твой бак топительный. Муха залетела. Ух, что коло. Ух, что коло. Эля, сейчас он идет, чек даст, я вам покажу. Чертова подекс иду, пошукали. 50 евро залил. 50 евро залит, пошу и на кане. Девлепо. Пенинда эвалис, пошу кане. Пуса литра, не навелели. 3 литра. Вот 50 евро заплатил. Динус говорит, 39 почти литров на солярке. Так что я не вижу здесь. Или не вижу, или не знаю. Триандаяня. Ну, почти 139 литров. 38 с чем-то. Ладно, поехали мы. Так что вот так уберем в бардачок. Поехали дальше. Сейчас купим Костасу, заедем. Он не кушал сегодня. Мы кушали свой сам щи. Я варила на курином бульоне. Костас не ел, да, сейчас сидит, кушать хочет. Говорит, купи, мама, гиру мне. Гиру это самое... Мама, купи бульку. Это самая популярная еда в Греции, гирус. Да, кто не знает, тот. Говорю вам. Сейчас я уже не буду болтать, чтобы мы с моей болтовнёй доехали до деревни. Я в прошлый раз с вами болтала много. Спасибо за хорошие комментарии, мои дорогие зрители, подписчики и просто заглянувшие на мой канал люди. Спасибо вам за всем, что вы делаете для нашего канала. Серго, мы купили Костасу гиру и купили... Аларм! Фильм Стаматиш. Пама. Февгумы. Купили Костасу гиру. Гирус, да, легете? Гирус. И мы поедем дальше на участке. Сейчас мы свернем возле супермаркета. На обратном пути заедем опять. Я Димитриада. Это называется, вот эта деревня называется Анхелу. А куда мы едем, чуть дальше. Сейчас вот сворачиваешь, и туда к морю едешь. Называется Димитриада, да? И Нео Димитриада. Димитриада. Скина. Опа! Ти фяхну дедо. Клишане дрому де ладе. Капо са бува, не нех паракапс. Ого. Ка ти фяхну дедо. Попопс. Пама, а поки тут? Нас отправляют через это самое. Где мы пишем про аэродром? К серво. Эй, дрому. Эй, дрому. Иду, прохора иду. Уйна, эхи. Прохора иду, прохора, на думы. Поедем здесь. Не знаю, мы здесь дорогу еще не были. Здесь еще вот эта деревня называется Анхелуш. Пока еще мы не выехали из нее. Здесь дома очень большие. Вон, видите, новые. Это новые дома здесь все. Вон, видите, какие новые. Может, пьянь к хуматодрому? Все, кончается деревня, начинается вот такая дорога. Оп. Вот здесь дом недостроенный. Видите, какой новый, красивый, большой. Оп, все, вот здесь выезжаешь. Это, оп, все трясется, увидимся. Начался вот этот вот поселок Нео Димитриада. Там море. Вы видели здесь? Ага, может быть это там. Пойдем поищем, говорит. Сейчас пойдем. Пойдем искать этот дом. Он такого выкрашен розового цвета. Очень красиво выкрашен. Чистый, красивый. Посмотрим.
Футхьяме резьба. Пахнет этим самым. Участок продается здесь. Ну, такой участок я бы не купила. Сюда поле, да? Да. Стрипши то в райдом. Добирайся. Вот так вот. Мы приехали. Вон уже море. Шабак. Вот море. Я вам показывала, вот этот дом продается 119 тысяч, вот этот вот недострой. Напротив участка брата двоюродного. Он хороший, да. Вась на него. Да, Костасу нравится. А Вась присматривается. Но единственное, что Вась не хочет покупать такие дома недостроенные, потому что у них есть те самые долги, наверное. Потому что очень тяжело. Оба, машина в Эзвисе. Очень тяжело, как сказать. Вот сейчас я вам объясню. Вот показываю, объясню. Да. Вот когда если покупаешь недостроенный дом, девочки, мальчики, у него могут быть долги. У него могут быть долги в налоговую, у него могут быть долги, здесь называется ИКО. Это, ну, почистили здесь все, видите. Кафариженный дом. Ой, где на кумакапеллу? Могут быть этого самого долги в ИКО. Это кто-то строит, он должен платить в ИКО. Энсима. Тем людям, которые... Ой, только приехали, где-то ирты. Молись иртам, я в тоже кафедре иду. Попутрибусы. И вот, и поэтому, если у него еще вы заплатите 119 тысяч, например, он стоит на продаже, 119 тысяч этот дом. Большой, 200 с лишним, около 300 метров здесь. Я уже говорила, вот тут подвал. Этот этаж и первый этаж. И у него, он уже 10 лет стоит, сколько я помню, сколько мы сюда ездим. Он стоит, уже у него, может, даже кончилось разрешение на дальнейшее строительство. Если у него кончилось разрешение на строительство, вам надо будет новое брать разрешение на строительство. Это тоже, извините меня, большое бабло, деньги. Но. Оп-оп-оп, Коста просикся. Клисто борта. И ситрош. Он кушает, и он скрыл дверь. Он не кушал сегодня ничего. И вот. Так что вот так вот. Вы можете с этим домом еще вам его устраивать, обустраивать. Стольник сюда валить. И еще долги за этого мужика, и за этого хозяина, которого есть. Этот дом выплачивать. Мы приехали посмотреть, что здесь есть у двоюродного брата Вайса. Оливки какие. Кто не видел, 2 года назад мы здесь собирали у него эти самые ящерицы. Мы у него здесь собирали дрова большие. Этот самый. Ты? О! Автобурум на Смажепшина фьяхнули. Смотрите, какие оливки. Тоже можно собрать и закрыть, я говорю. Есть что-то? Эх, и типа-то? Есть, вон, видите, тоже есть здесь у него. Ну, она что-то... И... Да, нехорошая, мне же не нравится. Побитые оливочки. Жуками. Ладно. Ну что ты? Ну что ты? Вам кто сюда разрешал заходить, а? Кто вам сюда разрешал заходить? Ой, 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 ой. Ой. Ну чё вы, малышня? Пердешня. Да? Да, ты какой миленький. А вы такие откормленные. Вы же не худые. Я вижу, вас откормили. Нет у меня ничего, нет. Не облизывай меня, не надо, не надо. Не надо. Вот. Сейчас мы пойдем смотреть. Если мы найдем этот дом за 80 тысяч, я вам покажу. Участок больше этого почти в 2 раза. Не почти, но в 1,5 раза. Вот этот вот участок. Ой, еще откуда-то вы взяли здесь. Еще черный пришел. Ну все. Еще и ты с мордой черной, да? Да, да, да. Еще и черный тут пришел. Ну, у вас тут много так. Такой интересный хвост у него, смотрите, какой черный, белым кончается. Вот. Здесь. Да, пописим. Да, вот на участке надо пописить здесь нам. Посрать. И ты тоже обоссался. Ого!
Им же надо здесь помочиться, да? Надо помочиться здесь на участке, да? Вот. Ну, ничего, есть такие. Вот это надо спиливать. Вот эти вот. Фу. Вот это вот надо спиливать. Ой, составил. Плохо, что оставил. Ну, не так много, но все равно придется собирать здесь оливочки. Два года назад вот это дерево, вот это вот, здесь был только один вот этот, испорченное оно было. Он весь подпилил его, вот так все. Видите, какие новые ветки выросли и дает оливки. А здесь каламон. Каламон, я вижу, каламон здесь, вау, богато, дорого, богато. Смотри, какой большой. Смотрите, какой большой. Каламон здесь, да, дает. Смотрите, ветки аж прям ломятся от каламона. Смотрите, тяжелые. Ну, что ты там нашел? Кость. Смотри, что кость нашел. И тащит в зубах. Вот, смотрите. Вот каламон, да, здесь вот так вот ломится. Видите, все. Вот это собирать нам надо будет. Мы будем следующую... Нет, вот этот не будем каламон собирать. А вот те надо собрать. Вот эти вот большие. Вот это вот закрыть бы. О, смотрите, какие. Я бы, наверное, собрала их, закрыла. Сейчас скажу Вайсу. Ну, только как туда залезть наверх? Нет, будем собирать. Я привезет лесенку. И я залезу наверх и соберу. Все испорченные. Туда выкину их. Я соберу их. Ой, сколько упало вниз. Надо собирать. Вот, смотрите. Они вот так вот портятся и падают. Вот. Вот какие. Так вот. Ладно. Маленькая. Маленькая, но тоже дала много. Ладно, я уже надоела вам с оливками. Ух ты, что за трава такая? Какие-то цветочки. Вот здесь траву все покосил, видите, чистенько все. Ладно. Дакси? Харистименус? Кто, говорит, будет собирать это все, говорит. О, говорит. О, говорит. Смотрите, когда очень высокий. Кьому шехи и киев и ляды влепишь. Ах, да. Он говорит, надо, говорит, отрезать эти ветки, но там есть этот самый. Не. И си афишес, и си фтес. И си афишес, и си фтес. Не. Смотрите. Ладно. Каламон метанат с мажепшим. Ох, тора. Тора на мажепшим и тет есть. Халкидыки. Ладно. Эп. Не малоньте. Афукан гав-гав. Эхун, вайо. Иду и привезла я им. Быстрее, кто что успеет поймать. Окошко стоит, ее не пускают. И гата да нафинут. Να πλησιάζει. Τώρα η γάτα ανησυχία δεν θα μείνει. Τα τους φαγητό, εντάξει. Ναι, τα τους. Τα φάγανε τώρα, ένα λεπτό και φάγανε. Αφού μαζευτήκαν τόσα. Να και εσύ τα είσαι. Δεν θέλω, άιτα. Κουτσένετ. Κλείστο. Ψιό, σγέλε. Αχα. Σε ένα λεπτό φάγανε. Αντινό μινούτο, ψιό, σλόπαλε. Χλαπ, 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 σούπα. Κραπ, κραπ, κραπ. Σούπα. Α, это мама. Завидует, но не может есть, не дают. И ты тоже, да, мама? Катя, да. И кошек. Мы. Пенде. Кигата, иду. Гата это коша. Кошечка. Да, тебе не дали. Все, съели вы. Все, съели, все. Вам и Февгумы, уезжаем. Чего там, Костя? Тоже на доме, где-то спит, а в том, где сын аристера, да, кзеро. Да, кзеро. Пама на доме, что алло и копи, доки мета. Так, в море сегодня вот такое вот. Ай, муха. Муха залетела, штука, алло. Здесь даются комнаты летом.
кто хочет. Кто? Вот это продается. А кто еще дали? Булыты? Дом. Дом. Здесь была таверна. Сейчас сделали дом. 80 евро. Вот это вот. Большой участок. Одна стрема. Не, не, смажепшен, не уре, фиакман. И там, охи. А фуграфы какие ты? Пусть угадали, то фу на папу, да? Не, пойдем. О, а ты не ром, ты такие. Ба, а подой сега, сега. Ты буду да не сигур, а мы вуляксу, вуляксу. Вуляксус на вуляксус. Так а ты видите, мы сонера. Он говорит, видите воду. Ехали на второй. Пирнеро? Дик же, иду, либо шины автокинету в Улексе. Вот второй участок у брата. Здесь мало совсем оливок, но есть, видимо. Вижу, есть оливки. Здесь сосед почистил участок. И дом продается прям вот этот дом, вот он. Розового цвета покрашенный. Девочки, мальчики, сад ухоженный, красивый. Закрытые окна, видимо. Для летнего отдыха. И для зимнего тоже. Сарайка. Где она, сарайка? А вон, видите, сбоку. Видите? Сараечка такая. И вот, видите, какой большой участок. Вот. Дом покрашенный. Кажется, он. Если это не он, то не он. Вай, мы пожданы на авто. А фото не хи табелла. Ναι, και εσύ έβαλες εδώ αυτοκίνητο λίγο, ναι. Το ανοίξεις πόρτα, να πάμε να το δούμε. Όχι, είναι ροζ χρώμα, μόνο έχει κάγκελα στο άλλο το σπίτι. Τα θυμάμαι τα κουλουνάκια αυτά εγώ. Ναι. Και έχει μια αποθηκούλα μικρή, και είναι αποθηκούλα αριστερά, είναι αποθηκούλα εκείνη. Ναι, ναι, ναι. Και είναι μια αποθηκούλα εκείνη. Ναι. Вот это он говорит, да, ну вот посмотрели мы по этим самым. Αυτό είναι πόσο, 60 μέτρα. Αφού γράφει σαλόνι και δύο δωμάτια και τουαλέτα. Σαλόν με κούχνη μέσα, как у нас в Милине. И две комнаты спальные, туалет. Ну, здесь я не знаю, что такое. Здесь, видимо, обрезали что-то. Сложили сюда ветки. Не, аптиварус, не. Кто-то утонул здесь, видите. Поздно не спасли до того, как с фракшима. Вот. Оба, иду к Лисе, не влепишь, ты будешь на прохуришь, на кань спису. Не, не, не. Ты будешь, иду на то, что мигало в тукин, то вулекся. Мигало и гварус. Не. Вот. Вот такие вот дымла, девочки, 80 тысяч. Прям вот, видите, вот прям море. Да, Ксикалайна. Пойдем посмотрим сейчас. Что у нас здесь есть из оливок. Ну тоже надо здесь 5-6 деревьев надо собирать. Халаши, не. Халаши. Не. Халаши борта. Сломалась дверь. Ох. Оба. Ну все, вот так вот. Не. Воды здесь много, потому что у нас дожди лили. Дожди лили. Пойдемте посмотрим оливки. Давайте увидимся. Есть и здесь тоже сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть деревьев. И вот он маленький посадил брат. И смотрите, вот малюсенькое совсем деревце. Такой вот. Вот. Дало столько уже ягодок. Потом мы тоже их соберем. А это какой-то, я не знаю, сорт. Очень такой кругленький, миленький. Я даже не знаю, что за сорт этот. Смотрите, брат постелил здесь тряпки. Ковер постелил даже. Ох. Все. Ладно. О, и здесь тоже дали. Маленькие такие, а дали вон какое, смотрите. Чудо. Смотрите, какое чудо. А эти, я не знаю, что за сорт, у них носик есть. Видите, он какой? Тик носик. Вот. Малюсенькие деревца. А дали уже оливочки. Вот. Вот.
там рассуждает врач. Ладно. Запах вкусный. Извиняюсь, что нюхаю при вас. Запах обалденно вкусный. Построить здесь вот так вот дом, да, вот тут вот. И смотреть на море. И жить возле моря. Ну, здесь зимой здесь промозгло, холодно, и столько надо будет денег на отопление. Вы просто представить себе не можете. Влажность здесь стопроцентная, как говорится. И если здесь вскопать 1 метр, здесь найдешь морскую воду. Потому что здесь очень рядом, и здесь глубокий фундамент не сделаешь. Ваю, а на фяхнеш до спите, да бурис на фяхнеш мигали. И пою, я ты на вришний рог пукату. Коли пою стигано, коли рико. Не. И рико бы то стигано, ты не лиос. Не. Я то втянул оли соги и перепсумена, и ты? Не. Здесь этот самый специальный бетон заливать, который не пропускает влагу. Делать специальную такие систему, которая будет откачивать воду, если даже она будет, смотрите. На, малюсенькие. Малюсенькие, они сделали. Ладно, все, поболтали с вами. Видели, какие 2 дома продаются, да? А мы сейчас едем на свой участок. Посмотрим, что там будем делать. Посмотрим наши оливки. Вас хочет с понедельника уже начинать собирать, потому что мы не успеем до Рождества. До Рождества осталось совсем чуть-чуть. Сегодня у нас какое число? 10, кажется, ноября. Вот такой вид здесь. Смотрите. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Поел и торчит там. Угу. Я его сегодня чуть-чуть обкомсала. Волосякие. Кирю и Курсландину. 1, 2, 3, 4, 5. Ладно, поедем дальше. Сейчас мы все. Эклишиш закрыл все. Надо будет здесь собирать. Приедем. Ну, это через 2 недели, потому что здесь зеленые оливки. Вот. Ладно. Там дороги нет, видите, ленточка красная. Туда не проедем. Придется Гвайсу давать заднюю. И уезжать. Так, общины дедраги, автопопу и некшерово. Эхи ты путай до Кипарисия, деду влепом. И посту ферраны. Это ветки от кипариса. Ладно. Давайте поедем все. Такой домик. Мы там не могли проехать, там речка, чтобы просто так. Нам пришлось объехать. Ой. Здесь вот видите, какая это самая параллель. Лавочки. Ой. Здесь девля по типу. Как будто мы на лодке. Пятных типа такие дойные, это типа опс. Не можем найти дом еще. Какой. На сомнение взяла там. Тот дом продается. А кто цель мета подъя? Там на дома ики, на конечно на ики. Струфика не до струфика, я покиваю. Где не пернаш? Не, не пернаш. Пернаш, это не. Мы стоматиши до на вгуме, что паралея. А поки, влепишь, а поки. А, подо, стомата на думе паралея. Я ты то иду и годи до паралея. О, я бы тоже не видел. Пьопули на то? Пьопули. Кураки, ты не да? Не знаю. Фрагмены копи, да не влепо до фрагмента. Широко ты не да, ухи, мы сан паркинг мы пош. И паркинг, и копи, да влепо. Пойдемте посмотрим, девочки, мальчики. Ухи, ни один дых не хочет. Ну, конечно, здесь вот так вот сделано. Что-то мы больше не нашли таких похожих домов, как вот тот вам показали. Хорошо дышится здесь море, 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 мир бездонный. Смотрите, какая здесь грязная параллель, не обустроенная, просто дикая параллель, пляж. Вон люди, столик стоит,
больше такого розового дома, как на картинке. Я вам приеду, покажу. Такой вот дом. Что здесь такое? Здесь что-то сделано. А что здесь сделано, я не знаю. Смотрите, какая заводка. Там дома, видите, стоят. Авто, я на Дегжерде, на авто. Он говорит, что это такое здесь, говорит. Бури. Может быть, что-то за сооружение такое. Стратегического назначения. Пойдемте посмотрим. Вот этот все, песок этот собрался от этого самого, от волн. Пойдемте посмотрим, что здесь делается. Ой, какой песочек здесь, как купаться здесь классно. Смотрите, как. Какое море красивое. Смотрите, как здесь. Ну, бутылки, конечно, это вынесло водой, да. Чистенько, красивенько. Смотрите, как. Ладно. Классно. Здесь спускаешься, заходишь и купаешься. Ничего, не нашли такого. Деблика типа тут эти шпицы, путу пшакнами. Муну и кину, путу трияжи. А пенади? Ой, хиденели. Он говорит, может, говорит, вот этот вот. Я говорю, нет, говорю, там розовый-розовый был такой, как вот я вам показывала. Я покажу, он похож. Ну вот, объявление там не висит, конечно. Здесь... Дро мусорное, люди сидят, отдыхают летом. Ладно. Дрова здесь. Все. Вот так вот здесь такая здоровая. Видите, как в параллеле. Классно. Бутылки только собрать. Лепишь пошу пластика, и не антропи в румьяре. Лепишь. Я говорю, видишь, как, сколько говорю, пластика, говорю, люди какие грязнули. Засоряют все. Пьон, канена, пойму. Кого, говорит, поймаешь? Я говорю, никого не поймаешь. Пьон, напьясис. Никого. Тапка у кого-то уплыла, видите, даже. Оп. Все, поехали дальше. Не нашли мы дом другой. Значит, это тот, который продается по объявлению. Я говорю, оставляю ключи здесь, смотри, чтобы никто не залез, тебя не увез вместе с машиной. Приехали на участок посмотреть, потому что Вася с понедельника хочет здесь собирать оливки. Вот, сейчас пройдется, посмотрит, что, зачем и почему. Мокро после дождей, я что-то не хочу вылазить, аж вон, видите? Видите, как мокро? И этого самого... Я сейчас промчится галопом по Европе. Ну, я говорю Европе, потому что это Европа, Греция же. И участок находится на территории Греции, на территории Европы. Ну, кого что? О, наелся-то. Что ты, напился, наелся? Отрыжка у него такая. Воу, бум. Да? Воу. Вот здесь вчера, на той неделе... Пенек остался, видите, отрезали, еще надо отрезать. Сейчас Вась будет смотреть, смотреть. Но я смотрю, нет, не больно сильно позеленели. Как он сказал? Зеленые еще не позеленели. Поп, что я говорю? Не почернели зеленые. Ладно. Мы приехали на другой участок. Вась полазил, полазил по тому. Теперь плазит по этому. Ты не Ваю. Зеленые здесь тоже, видите? Вот они какие. Ой, 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 на пол падают, на землю падают. Вот они здесь какие. Я давно вам здесь не показывала оливки. Вот.
такие вот здесь тоже оливки. На это что-то маловато, но они вам... Кто-то их собрал, что ли, здесь? Не знаю. Здесь каламон тоже очень много. Видите, как они еще не поспели. Каламон еще, я смотрю, вот проезжали по участкам, еще никто не собирает каламон. Он еще маленький, он еще не зеленый, зелененький. Еще не даже не посинел. Тоже очень его много. Это в самом конце будем его собирать. Вот этот вот. Вот. Такой вот. Так что. И здесь тоже никак. Вайс расстроился, говорит, не смогу, говорит, начать сбор в понедельник, потому что зеленые. Зеленые оливки выжимаешь 1:7 получается. Как объяснить? Вайс вам объяснит, как это так. 1:7. Короче, ну, в общем, 100 килограмм оливок, например, соберешь, да, вот таких зеленых, получится 7 килограмм, может, масла. Кажется, это, наверное, нет, не буду врать, не буду говорить, он сам скажет. Вот. Но очень мало получается масла, если собираешь вот такие зеленые оливки. Каламон вот сам по себе, вот этот вот ягода, да, она не дает много масла. Это каламон на еду. Он не масляный сорт. Вот эти вот масла. Вот эти дают масло. Вот. Но они еще зеленые. Зеленые собирать это себе во вред. Работа тяжкая, а масла мало. Вайс ходит и думает. Расстроился. И ходит и думает, что делать ему. Что делать? Что делать? Ладно, девочки, мальчики. Я, наверное, с вами попрощаюсь. Я уже вам надоела. Листьев нету, оливки висят. Смотрите. Листья попадали, оливки висят. Вот. Они зелененькие. Надо, чтобы они были... Почернели. Но чернеете же вы. У нас тепло. У нас ноябрь месяц. Через 5 дней будет 15 ноября. Сегодня, наверное, 10. Но у нас солнце светит и тепло. И по вечерам, по ночам дождики идут. Это самое то для природы. Но не для оливок. Вон у Костаса цех, я который вам рассказывал в прошлый раз, по обработке уфасовки масла. Я вам рассказывала про него, сосед наш. Вот такие надо, чтобы все были. Вот хотя бы вот такие вот. Вот они. А они зеленые. Они зеленые. Ладно. Еще раз, ладно, а все, сама рот раскрываю и все вам болтаю. Ну никак остановиться не могу. Все, мы прошвырнулись с Вайсом. Ваю. Ага. Я ты эти масла на смазеве, ты не лезь. Сосед, говорит, подчикал траву, говорит. Вот. Пробежались, посмотрели. Вы вывели результат наших обследований, наших расследований, нашего этого самого. Видите, зеленые еще здесь. Здесь еще зелененькие. Ну что вы не поспеваете? Вот. И будем... Ой, извиняюсь, это я так в камеру делала. И будем делать выводы. Ладно. Все, на этом точно я прощаюсь с вами. Некоторые деревья стоят уже чернеют. Вот там вот выше, там последние ряды. А здесь зеленые. Видимо, они неровно поспевают. Ох, ладно. Всем пока. Не показываюсь, потому что у меня губа распухла. Я делала 4 зуба от этих самых, от наркоза. Губа распухла и вышел герпес. У меня не выносит организм. Это наркоз такой сильный, истока много. Каждый день. Вот. Видишь, прасы не знаю. Вай, после сосисты, я на стоит тайны, после там вгажет эти.
Δηλαδή από το 100 κιλά ηλίες, 70 κιλά λάδι. Όχι. Πόσο? 14. 14? 14 κιλά μάσλα. Εγώ άνοιξε στόμα, λέω 100 κιλά λάδι. Σόπα. Και 70 κιλά λάδι. Σόπα, говорит. 70 κιλά κάθε δέντρο. Шопа говорит. А ты что говорит? Вот так вот. Да? Он говорит, с каждого дерева соберем, ну, 5 килограмм, говорит, самое большое, говорит, с каждого дерева маслом. Ну. Да. Борчит, ходит. Не собираю ничего. Супер! Супер Galaxy S Market. Да. Так что вот так вот. Да, Куста? Ты взяли сакуля для добрейки с Куста? Ну, в новой кофте, которую я ему купила. Выбирает утренние завтраки. Вот этот стенд все здесь для... Что ты взял с клубникой? А, ну, Долокотополю. Рулет с курицы зажарим. Все собрал, видите, моет, убирает. Сегодня суббота. Все. Давай, Коста, возьми молочко. Молочко возьми. На, я кину карту, бле, кто-то и вол, бле. Паре дию букали. И Галаксия, и вол, на, иду. На, карту, не. И Галаксия, и вола в тото като. В тото, бле. Охи кину, да, в тото, не. Парта. Киалу? Киалу? Не. Тане. Тане. Не. Симмера и няде, не. Все, ладно. Мне надо купить эти самые, пасту томатную, у меня кончилось. Ну эти вот это с луком, а мне с луком не надо, я не хочу с луком. Томат. А, нет. Нет, нет, не без лука. Я какой смотрела-то с луком? Здесь был большой. Здесь большой, я не знаю, какой взять, маленький или большой. Вот здесь вот. Наверное, маленьких два возьму. Вот такие вот. Таких вот два. Два возьму маленький, хватит мне, большой не буду брать. На, Коста. Ты не? Я. Красоты здесь, смотрите, какая елочка, 5 евро стоит. Грибочки. Ангелочек. Девочка такая, прелесть, 7 евро. Ой, такие на гармошках там играют, на гуслях. Собрать вот такой вот этот самый, да? А здесь девочка такая, с перышками. Для девочек у мелочек с перышками. Там розовенькая, там елочки. Костусу вот этот олень понравился. 7,90. Смотрите, какие птичульки. Ой, вот это вообще класс. Смехом стаканчики. Со смехом. Смотрите, как сделано. Девчоночки у мелочки. Для свечечек вот это вот дело. Видите? Как... Смотрите, как... Две звезды, две светлых повести. Или как там? Или как там? А это горит, наверное. Да, это горит. Смотри, Коста, это светится. Тут есть батарейка, и она горит. Птички. Ладно, что тут у нас еще есть? Вон там еще какая елка. Ой, какая елочка. Ладно, вазы, я не знаю на что, ой, какое черное, красивое вот это вот набор, смотрите, такой набор купить, это на этот самый, на камин, на стол, вот, знаете, на стол он называется, вот возле дивана вот так ставишь, сзади дивана, здесь у греков такая штука ставится, и они ставят туда всякие вазочки красивые, ой, как она, не знаю, как она называется. Яблоки 16 евро. Ой, какой красивый стакан. Хрисо мило. Хрисо мило. Какие-то монетария, Коста.
Грибочки какие. Кораблик. Кораблик. Сколько такой кораблик стоит? Ой, какой красивый. На камин бы поставить. 16:30, девочки. Мальчики, смотрите, как на камин поставить такой кораблик. Но мы не справляем Рождество в этом деревне. А волосы у нас нет камина. Ладно, пойдемте дальше. И красивые вазы. Белая и черная. Вот такое сочетание ваз поставить красиво. Смотрите, белая и черная. Класс. 16 и 18 евро. Вам не видно, здесь рисунок есть вот такой. Вот видите? Вот. Красиво, классно рисунок так смотрится. А это вообще, кто, девочки, занимается такими, комнаты наряжает вот такими вот под лаванду, под все вот такую вот вазу. Как она называется, этот стиль, господи. Вот такой стиль девочки делают с комнат своих. Вот классная ваза. И вот эти, смотрите, такие вот две поставить. Вот. Это знаете, для кого надо? Маришке в Италию, где она кухню свою делает, у нее как раз вот такой цвет. Поставить ей на ее полочке. Смотрите, как будет у нее. Ей привет. Кто ее смотрит, да? Артистку. Вот. Такие вот дела. Ой, здесь тоже ваза какая красивая. Смотрите, какая здесь выделка. Ой-ой-ой-ой-ой, красота. 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 Ой, смотрите, ваза вот такая вот. И вот такая вот. Классно. А? Ой, вот еще такая же ваза. Вот для таких вот, для таких стилей. О, Маринки на кухню такую вазу. Тина. О, какие-то. На, пираты, да? Кубик Рубик. Смотрите, какой. Welcome. Куда это повешать нам? Да. А какой шкаф, какие-то дулапа. Смотрите, какой шкафчик для украшений. Смотрите, классно как. Закрывается. И найду ваши хриса, после этого бежу. А это для ключей. Смотрите, как классненько. О, а здесь вообще что-то шкатулочка такая, 12 евро. Классная. Смотрите, как сделано красиво. Этот стиль такой, вот этот вот, как он называется, это Прованс, вот, Прованс, Прованс, Прованс. И вот такая тележечка туда, как раз для такого стиля. Ну да, разбить надо. Тигане, дефиле тигане. О, а здесь-то какая красота для колечек. Цака, 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 цака. Для браслетов, для колечек. Ой. Для всего такого. Смотрите, какая красота. Красотень просто. Мне нравится ходить в Галаксиес. В Галаксиесе в этом все такое красивое, все такое классное. Смотрите, какой набор можно сделать. А здесь черный. Смотрите, как. Ой, какие красивые лампы. Смотрите, как красиво. А здесь золотое серебро. А тут это на Новый год. Вот такое вот можно. Смотрите, как красиво. А для своего хомяка, говорит, взять, говорит, чтобы он здесь спал. А здесь вон как красиво. Ладно, все. Сумасшествие на семена. Что здесь есть, что-нибудь нет? Ой, нету ничего, кажется. Вот эти штуки. А эти я купила уже. А вот это я не знаю, что такое. А, ну-ка. Что за цветок? Хрисантема. Что это за цветок? А тут что такое? А это что такое? Космея. А это что такое? А это что такое, не знаю. Сейчас я куплю. Сейчас я куплю! Вот этот вот, смотрела, цветок выращивают девочки, мальчики. А это что такое? Вот это я не знаю, что такое. Подождите, подождите. Здесь целая куча всего. Васильки. Ой. Ой, 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 это сухие вот такие. Вот я когда-то мама мне их выращивала. Гвоздики.
Какую я взяла? Такую я не знаю, что такое. Астра. Астру. О, а это что такое? Ой, ты красота и на какая. Это, наверное, этот самый. Разные всякие. Это такое. А это маг. О, а это что такое? Ой-ой-ой. Флок. Флокс, сейчас куплю флокс, если у меня выйдет, конечно. А это что такое? Ой-ой-ой. Как много всего. Сколько они стоят? А сколько они стоят-то? Господи, сейчас подойди, посмотрю я все. Купили? Вайс купил для себя, для работы. Костас купил себе кубик Рубик. Ой, сигаешь и напишешь. А я купила себе... семена. Покажу вам все семена, которые я купила. Я купила в Леруа Мерлен и здесь. Я вам покажу все, что я купила семена, когда, ну, на днях соберусь. Я некоторые в холодильник убрала, потому что они должны пройти цикл такой зимний. И надо их чуть-чуть поморозить. Все. Мы... Стрекоза, видели? Надо их проморозить, и они будут этого самого лучше расти, наверное, да, получается. Я не знаю, как. Стратификацию. Вот, вот, я уже скоро научусь говорить нормально по-русски. По-умному. Стратификацию. Вот. Вайму бали выкистыдзан, дополнят у супермаркетов-то. А мы сейчас едем кушать, девочки, мальчики. Это, слуги, вали досты. Мы идем. Ухи, пам на фамы. Песна Эля, наши Валимир, он говорит, руки хочу вымыть. Закупляются, вечер уже. 17:56 уже, видите, ночка натемнела. Потому что, знаете, почему покупаю семена? Потому что очень дорого покупать этот готовые цветы. Даже самый дешевый 50 центов, это... Ты не купишь один цветок в этот огород свои. Может быть, я в этом году и здесь, в Волосе, тоже посажу цветы. Посмотрим. И покупать что-то там, знаете, 10 даже цветков, это уже будет 5 евро. А я вот этих все семена купила. Не, да. Напишу об автон, то иду, потому что... Не, да, без смысла, иду. Не, иду, без смысла, еду. А на бридж паркинг иду. На, когда в тени иду, пишу об авто. Пишу об тифорт. Бруста и пишу. И пишу об авто, и иду, и Киев, вон, на, бруста с диаспро. А, с экипорта за астрибус. Там, где берет, либо там. Иду, с диаспро, паркрету, иду, и Киев, оп, и фейс. Все, ады, урея иду, иду. Хорошо здесь. Так что 5 евро я буду заплатить, даже самое дешевое 50 центов, это не наберешься цветов. А так я сейчас семена как заделаю, что вырастет, то и вырастет, все равно я буду радоваться. И они меня будут радовать. Увидимся. Ой. Сели на самой дороге, где покупали сегодня Костасу Виру. Здесь. Какие-то коцы, пари коцы. Давай, ладно. Купили себе кубик Рубика, сейчас будут собирать они его, да, Ваю? Потом смажешь. Препина парите, олит идья ины хрома. Если спирите эти, китово мати, они гунды. Они купили, смотрите, какие. Видите, здесь цвет, здесь черный, а здесь только красный. И попробую разберись, что сейчас. Вот только это на, и нас пролепши до ура. Сейчас они будут вдвоем разбираться. Ладно, увидимся. Дин купил портоколада. Портоколада, да, Коста? Это апельсиновый напиток. Чин-чин. Баба, мисс чин-чин еще. Ности мойны. Вкусный. Кеме навалили его на ракету. Очень такой же бух крепкий. Тани, Тани. Киты Коста, Дефель Коста, Дефель. Аде баба, чин-чин. Кало фагумена. Салата, марули. Эхки после...
Слушай, кирмидики, укропка. Так, нам принесли мясо. Кундусувли. Кундусувли — это большой шашлык на такой вот. Перунья коста фертудо. Китуваю мушхараки фарану. Опа! Πάει, έπεισε. Δεν πειράζει, ας το αποσυμβαίνω από άλλο. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζομαι πάω ένα μαχαίρι. Μαχαίρι, όχι. Να, μπαμπά να μαχαίρι εσένα. Να, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζομαι μαχαίρι. Κάνουν όσα έχουμε. Εντάξει. Давай, все. Все, кануме ставро. Крестимся и кушать будем. Нам калиорикси. Ну-ка попробуем мясо твою. Ваю, ну доки мажут и мусхари. Мусхари — это мясо говядины. Ему сказали, ты хочешь рис или картошку. Он выбрал картошку, потому что рис вчера кушали дома. Вкусно. Очень много специй. Их полюба харика баю. Это мушхараки. Да. А если говорит, нет, это его самого специй, невозможно кушать. Это бахарика, то, например, специи, говорит, делают, говорит, вкусным, говорит, мясо. Ага. Это называется маруль, салат из марули. Здесь уксус с маслом и укроп и лук, зеленый лук. Фета. Фета. Катиало. О, масефире. Это пицета. Давайте, девочки, я вам, мальчики, показываю, что там есть в этой квартире, в этом доме, который я вам снимала. Это зал маленький с камином. Это кухня. Вот это вот дверь. Заходишь, это сразу кухонка. Здесь и здесь две спальни маленьких. Небольших. Кроватки туда влазят. Сейчас покажу. Туалет с маленькой ванночкой. Вот кухонка. Вот еще кухонка, холодильничек маленький. Вот такая стоечка, и видно, что идет. Вот видите, стоечка такая, и там видно, что зал с камином. Видите, да? Вот кухонка угловая. Видите, как сделано? Плита, умывальник, и все сделано там. Вот видите, две спальни. Также из кухни. Заходите, две спальные. Одна вот такая вот. Другая вот такая вот. Вот даже есть шифонер в спальне. Все. Так, дальше. Пойдем дальше. Что там смотреть будем? Сейчас перелистаем дальше. Так, туалет мы посмотрели. Зал посмотрели. Вот зал посмотрели. Вот так, еще два стула. Вот тут кухонка, видите? Здесь два еще стульчика стоять. Вот. Вот так вот он выглядит. На, с улицы, когда я снимала. Ну, здесь все привели в порядок. Здесь вот так вот с улицы. С балкона на улицу, на море. Вот так вот вид, вот тут море. Сараюха для каких-то там нужд. Другая сараюха, вот видите, вот это вот сараюха. Это другой заезд для машины. Здесь заезжает машина. Вот она, это сараюха. Сарайчик. Вот видите, это вид с этого самого заезда. Заезда с сарая, вот этот вид балкона. Видите, какой балкон? Вот сад. Вот этот сад. Пальма раньше была целая, сейчас она высохла, ее вырубать будут, видимо. Вот прям с центрального входа, где мы смотрели, там были ветки наваленные. Это вот так вот смотрится. И прям центральный вход, дверь, которая перед дверью, эта кухонка находится. Все. Вот такие вот вещи. Ладно, все, увидимся, пока.